сколько здесь? Хрен его, ну подо льдом сейчас. Что-то там вообще при глубина вот такая вот. Да какая. Тут тоже мало. Одна мало. А, ну все, вот. Что-то мало. Она сейчас будет там стоять. Кислорода не хватает, она сейчас поглубже уходит. Ну, что-то неохота долбиться. Да вот долбить я тоже, потому что здесь я в тот раз две лунки пробурил и посадил бурно. Нет, это мелко. Мелко или нет? Мелко-то оно мелко. А может рыба есть? Опа! Вот она, вот она. Ну вот. Не успел, можно сказать, сесть. 5 минут помахал. Небольшая, но приятно. Вот на краба взяла. Вот на такого браконьерского. Сегодня рыбалка послеобеденная. Выехал 1:30. Ну и где-то уже сейчас 3 часа, вот только приехал. Ни разу так зимой не ездил, чтобы после обеда на рыбалку. И вот щука-то ловится и после обеда. Так что можно и поспать, как говорится. А потом мы на рыбалку. Смотрим, посижу сейчас. Часика 2. Проверим. Обычно я с утра и до обеда. Последние, кстати, вот 3 выезда был. Вообще впустую. Даже и никто не нюхал мои снасти. Ну, взяла, конечно, не активно. Так, как-то повисла. Но взяла. Сейчас попробую насадить хвост, точнее не хвост, плавник на краба. Вдруг запах ее приманит, щуку. Ну, кстати, в этой лунке перепад, ступенька. Вроде поднимешь так сантиметров где-то 10-15, наверное, от дна. Махнешь, а на раз в сторону берега уходит и там ложится на дно. Ну, это хорошо. Рельеф есть какой-то. Сейчас с мужиком разговаривал, говорит, ездил на Даргу. Короче говоря, там тоже не фонтан. Очень редко там кто-то одну. Две у него вообще вот за с утра до обеда ни одного подхода не было. Ух ты! Стукнуло. Стукнула она ратлина. Пробил еще пару лунок. Сейчас пойду посмотрю. Может, в них там что будет. Я-то ехал после обеда, думал, тут лунок надолбят сейчас. Я тут как самый умный, на готовенькое. Приеду и долбить не надо. Но, судя по толщине льда, со вчерашнего дня тут никого не было. Но все равно не метровый лед долбить. Обеденная рыбалка тоже результативно получается. Один подход щучий, ну и соответственно поймал, и был
какой-то толчок еще на ратлина. Правда, больше ничего не было. Но для глухозимья и это результат. С учетом того, что я до этого 3 раза ездил вообще, поклевок не ощущал. Здесь можно сказать, вообще хорошо. Ну ладно, буду завершать. Всем счастливо, до новых встреч.